Конечно же, известно, особенно, так сказать, в мире творчества, наука ли это, искусство ли это. Здесь есть такое понятие, что каждый народ, каждый этнос имеет к чему-то, к какому-то, если это особенно искусство, какому-то искусству особый талант, особое дарование, особую тягу. Вот возьмите Россию, и тут же возникает великая литература. И тут же Достоевский, и тут же Лев Николаевич Толстой, Гоголь, Господи, уже Пушкин, уже Лермонтов, уже я вам должен сказать здесь, я уже сюда не приближаюсь к нам, потому что это может получиться телефонная книга. Сплошные имена пойдут. Великая русская литература, естественно, великий русский язык. Маленькая страна, маленькая, Грузия, маленькая. Какой великий кинематограф. Когда впервые приехал в Советский Союз Федерико Феллини, и когда его фильм получил, по-моему, это «Сладкая жизнь», я не помню. Я могу ошибаться. Получил гран-при. Его кто-то из корреспондентов спросил: а какой фильм, какое кино вам советское нравится? Знаете, что он сказал? Он сказал: грузинское. Потрясающее, невероятное видение того, что происходит, с иронией, с удивительным вообще построением, вообще жизненным построением, человеческих взаимоотношений, глубиной, и вместе с тем легкость невероятная, и вместе с тем и глубина трагедийная. В грузинском кино это так умещается, а самое главное, все это смотрится. Вот Дарья Селяни, очень известный грузинский кинорежиссер, очень известный. Он сказал великую фразу: когда в фильмах очень много говорят, он сказал: это не то кино. Кино настоящее не рассказывает. Этим называется литература занимается. Кино надо показывать. И это правда. Здесь же, рядом с Грузией, Азербайджан. Ну, куда вы ни крутите, ни вертите. Куда вы, так сказать, как вы к этой проблеме не подошли, даже не проблеме, а к этой части разговора, к этому размышлению, то не надо долго искать. Это музыка. Я уже не говорю о великом Бугане, величайшем, созданном вообще народом. Причем Муган. Два Мугана в одном маленьком государстве. Это знаменитый Карабахский Муган, Шуша, который
которое дала Узейр Гаджибекова, дала Фикрета Амирова, его отца Джамиля Амирова, Рашида Бейнутова, когда Сулеймана Алискерова, выдающихся певцов шушенских, хана Шушинского, Сеида Шушинского, Джамбара Карьягды, который в 20-х годах в парижском ГУС, знаменитом выставке достижений искусства, своим исполнением Мугама вообще был потряс. Удивительно родившийся и живший в такой маленькой географической точке, как Нагорный Карабах, в этом городе изумительном Шуше. И я хочу сказать, что есть еще бакинский, абшеронский Мугам. Это больше поэзия. Если там вокал, потрясающие голоса, удивительные вообще распевы, то здесь, в бакинском Мугаме, в абшеронском, это мысль. Это сосредоточение к стихам, к поэзии, к газелям, которые проникнуты в этом удивительном музыкальном произведении. И я думаю, что не просто на всем Востоке, на всем Востоке, ведь Восток огромен, начиная от Малой Азии, Средней Азии и Дальнего Востока, таких стран удивительных, как Египет, как Персия, Турция, многомиллионные, многие десятки миллионов эти страны, эти этносы имеют. Но я хочу сказать, что такие сильные исторические государства. Но ведь первую Мугамную оперу создал азербайджанец Лейли Меджну на великую поэзию Физули в 1908 году. С тех пор это и является. Он впервые соединил классические аналоги классической музыки. Строение классической музыки, ее звучание вместе с удивительным Мугамом в этой опере все пронизано. Когда я работал в филармонии, приехал знаменитый французский квартет Паринен. И я их патронировал, я их водил, я их привел в оперу Лейли Меджну. А потом, после гастролей, и еще я привел их на Тоску. И потом, когда они уезжали, я говорю, ну как впечатление? Они сказали, Тоска – это гениальная музыка. Но это уже ясно. Но Лейли Меджну – это сочетание классического звучания с Мугамом, соединенные и органично вплетенные друг к другу. Это что-то невероятное. И еще есть в советской эстраде есть легенды, певцы. Началось это с Утесова, потом Клавдия.
Леша Джек. Я говорю о легендах. На сегодняшний день всем известно, что Алла Пугачева – это легенда. Но я хочу сказать, что в маленькой республике Азербайджан две легенды. Рашид Бегутов – легенда. Я учился в Москве, когда в Колобовском жил переулке, на Петровке, рядом с садом Эрмитаж. И я помню, в 1953 году, летом в Эрмитаже, 20 дней подряд были аншлаги. Пел Рашид Бегутов. Вы можете сейчас представить мне певца, который зайдет в один зал, и 20 дней залы будут полные? Это легенда. Adalar bu iş ve bu naz Keder bir gün bu güzellik sana da kalmaz плену я, у тебя в плену. Почему не хочешь ты на меня взглянуть, яр, на меня взглянуть? Ты капризна и беспечна, но не забывай. Красота, мой друг, не вечна, ею не играй. Голос мой зовет, голос мой зовет. Одинок я, мое сердце с тобой встречи ждет.
капризна и беспечна, но не забывай. Красота, мой друг, не вечна, ею не играй. Ну, и Муслим Магомаев, здесь комментарий излишний. Две легенды в одном маленьком народе. Это же музыка. Да. В Азербайджане главное – это музыка. Да простят мне другие виды искусства. Her gece oldu keder, gül sefalken sensiz. Her gece oldu keder, gül sefalken sensiz. Hem nefes çektim eder, gittim sensiz. Senin o çerçeveye resmine an hiç bilmiyor. Senin o çerçeveye resmine an hiç bilmiyor. Ah, canım sensiz.
jumps and sees our good self.